Сход собрали в СУКО. В коллективном письме жителей ряд важных вопросов. Каждый из них требует отдельного рассмотрения. По всему поселку по улице Советской тротуар здесь проложен. Благодаря нашему депутату, он рискует, так сказать, всем. Он взял, эту, все взял, 500 метров осталось. Дорога краевого значения. Ремонт должно выполнить ДРСУ «Вираж». Но в ближайших планах дорожников другое село округа. Планируется закончить полностью комплекс всех ремонтных работ, в том числе и восстановление тротуара по Варварову. Следующим этапом, да, ремонта этой дороги, включая ремонт всех сооружений на данной дороге, в том числе и тротуара, планируется именно на этом участке. От поворота от смены и до конца участка. Все службы подключатся к тому, чтобы проблемный участок вошел в краевой план ремонта на 2018 год. Дорога к морю должна быть безопасной. Новое строительство в СУКО – еще одна причина беспокойства местных жителей. Инженерная инфраструктура работает с полной загрузкой. Сети принадлежат Министерству обороны. Ведомство дает строителям все новые разрешения на присоединение. Грамотные инвесторы стараются быть независимыми. Выход находят в локальных сетях. Строят собственные очистные сооружения и ремонт прилегающих сельских дорог в конце строительства внесли в план. Очистные сооружения высокоэффективны, степень очистки до 100%. После очистки также вода будет обрабатываться ультрафиолетовой лампой, то есть в ней микроорганизмов никаких не будет. У нас есть все сертификаты и лицензии, одобренные Роспроводнадзором и водным хозяйством, которые позволяют там воду сбрасывать зону, значит, рыбнадзора, где можно разводить рыбу. Совместно с селянами застройщики здесь же на сходе определили, что ремонт пройдет в переулке Дорожном и на улице Учительской. В конце строительства так начинает вымолачивать. Всего во время схода поступило более 20 вопросов по разным направлениям. Жители СУКО могли получить ответы и на личные вопросы. Консультационный центр работал и до схода, и после него.